Всем привет, с вами я, Саша, и я показываю новый набор Ниндзяго. У нас таких нету, это мне из Канады подарил дядя мой. Вот такой вот набор. Тут мы видим человечиков. Вот таких вот, тут все вот эти вот. Показано, сколько их тут. Вот. Это их еще как зовут. На задней стороне мы видим, как можно играть в этот набор. Функции, что можно сбрасывать мини-фигурку в огонь. И что можно вот так вот пулять. Тут мы еще видим, что можно играть. И видим вот такую вот штуку, там, где можно учиться драться. Еще мы видим, что вот это оружие, за которое они дерутся. И вот еще три таких вот оружия. Это вот самое первое, это второе, это третье, это четвертое, в общем, оружие. Так вот, теперь давайте просто покажу так инструкцию. Инструкция такая же. Сзади у нас Ллойд что-то говорит. Я не знаю, просто английский. А, победа. Победа. Тут еще 4 языка. Так вот. На первой страничке показано, что вот я тогда открыл его. Вот я. Такой вот зелененький. С таким вот волосиком красивым. Открыл. Высыпал. Высыпал детальки с первого пакетика, собрал. И высыпал из второго и собрал. Не собрали, правда. Первый. Так, на второй. Если мы видим, что из первого пакетика мы соберем здание, почти кусок, две мини-фигурки, я потом расскажу, как их зовут, и вот эту вот штуку, которую говорил, что она крутится и нужна. Вот потом, сейчас я перелистаю и покажу вам, что... Вот мы достали. Вот второй пакетик высыпаем. Собираем там еще две фигурки. Тоже потом я скажу, как их зовут. И вот. Собираем уже все здание. Потом. Вот видим, как собирается оружие для этой фигурки. Дальше я уже наконец-то перелистаю. В конце мы видим собранный набор и детальки начинаются. Вот тут детальки и вот тут вот детальки. Тут показаны функции такие уже. Тут уже все внизу наборы. Все. Только моего нету. Вот и все. Тут еще не все наборы. Вот тут вот. Ой. Вот тут вот есть. Перейдем к самому набору. Сейчас быстренько закроем. Так. Первая мини-фигурка — это Кай. Такой вот Кай. У него такое вот оружие. Его прическа.
Так вот. Такой вот у него есть лицо. Вот такое вот у него тело. Ладно, лучше перейдем уже к второй фигурке. Да, зря его разбирал, потому что долго собирал. Кто это? Гриффин Гри... Гри... Гриф. Вот такое вот оружие. И два лица. Вот это вот первое и вот второе. Третье это следим. У него на голове вот такая вот странная штука. И также у него вот такое вот есть оружие, которое я говорил. Четвертая фигурка это Карлов. У него вот такие кулаки. Лицо и шапка. Тут можно любое, даже этого палку вот так вот сунуть. Вот так вот. Да, конечно, будет забавный. У него сзади можно мечи воткнуть. Есть специальная штука. Ладно, уберем человечка в сторону. И буду показывать набор. Вот такой вот набор. Забыл показать. Вот это вот. Я покажу. Вот это. Которая штука, там где можно учиться драться. Вот так вот крутятся тут. Тут мечи крутятся. И эти, и вот эти. Просто неудобно показывать. Пальцы. Сам набор вот, вот такой. Тут есть ракеты. Это я не сильно, чтобы они не улетели или в камень так не попали. Два копья, два вот таких вот копья серых и такие вот огни. Тут такие вот куфты, можно сказать, цепь зачем-то. Оружие вот это вот самое главное, которое я вам показывал там. Флажки есть. Сейчас я покажу, как можно в эту клетку попасть. Берем, например, вот эту вот мини-фигурку. Ложим. Ну или ставим вот так вот. И тут есть рычажок. Мы тянем. Тянем за него, в общем, и фигурка падает. Еще сама и закрывается дверька. И он оказывается в клетке. Вот эта вот штучка. Тут вот рычажок. Вот, мы за него тянем, и фигурка падает. Тут есть шипы.
стены и лестницу наверх. Есть вот эти вот мечи. Вот это вот заборчик. Ну все, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.